Магаданцев продолжают прививать от гриппа. По сведению регионального Минздрава, на сегодняшний день привито почти 55 тысяч человек. Из них треть – дети. Иммунизация населения на Колыме началась 1 сентября. По словам специалистов, в 2020 году нужно привить более 84 тысяч человек, что составляет 80% населения Магаданской области. Правительство России поставило перед регионами задачу – максимально защитить людей от вируса гриппа. Этой осенью в мире будут циркулировать сразу два вируса – грипп и COVID-19, поясняют медики. Поэтому массовая вакцинация поможет ослабить возможные осложнения, которые может дать двойная инфекция.